Здравствуйте! Это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ. И в этом выпуске мы узнаем, как сегодня живет русский язык и что с ним произойдет завтра. Последние десятилетия как для русского, так и для любого другого языка мира мы наблюдаем уникальную ситуацию – максимальное сближение устной и письменной речи в социальных сетях и мессенджерах. Достижения цивилизации предоставляют нам возможность осуществить общение в письменной форме в режиме реального времени, при этом создается иллюзия непосредственного контакта, требующего мгновенного отклика. Данная ситуация общения приводит к возникновению особенностей, которые характеризуют русский язык социальных сетей и интернета. Быстрая запись текста приводит к тому, что знаки препинания могут не ставиться, ставиться в недостаточном количестве или ставиться неверно. Возможно, рассогласование, нарушение формальных и синтаксических связей между частями высказывания, пропуски слов, что ученые называют термином аграмматизм. Возможно, преднамеренное или непреднамеренное написание слов с орфографическими ошибками, что размывает представленную в языке норму. Живое общение требует использования разговорных слов и просторечия. Нередко происходит письменная фиксация разговорных вариантов, которые по различным причинам не были зафиксированы ранее в словарях. При этом наблюдается различная вариативность. Так, например, пользователи интернета можно разделить примерно на две равные группы, потому как они пишут такие разговорные слова, как «стройняшка», «скромняшка», «симпатяшка» через «ш» или через «ж». Быстрый набор текста и использование разговорной лексики определяет фиксацию на письме и фонетических вариантов типа «сейчас» вместо «сейчас», «вообще» вместо «вообще». Наиболее распространенные слова сокращаются, например, «спс» вместо «спасибо» или усекаются, «прога» вместо «программа». Часто используются аббревиатуры, в основном англоязычные, типа «имхо». Наблюдается и разнобой в графическом оформлении заимствований. Баннер с одной или с двумя «н», веб-сайт через «е» или через «э», слитно или через дефис и так далее. В мессенджерах размывается индивидуальный стиль. Системы предугадывания подсказывают пользователю правильные, по мнению искусственного интеллекта, варианты ответов, например, «получил», «спасибо за информацию» и так далее. Безусловно, одной из самых заметных особенностей социальных сетей интернета является использование средств невербальной коммуникации. В первую очередь, это так называемые смайлики. Как всем понятно, живое общение требует непосредственного эмоционального отклика. Раньше это достигалось через использование лексических средств, различных риторических приемов, анафор, повторов, эпитетов, обращений, риторических вопросов. Вот, например, в тексте XVI века супруга горюет о муже, который умер. «Како умре, живот мой дорогий, меня едину вдовою оставив, почто прежде тебе не умрох. Како зайди свет от очию моею, где отходишь и сокровище живота моего, почто не промолвишь и ко мне утроба моя к жене своей, цвете прекрасной, что рано увидаешь». Мы как будто слышим плач женщины, чувствуем боль утраты. Современному человеку нет времени на все эти риторические украшения, однако мы ждем от собеседника мгновенную эмоцию. И вот решение – смайлик. В интернете вы сможете найти много различной информации об истории смайлика. Их находят на древних кувшинах, возраст которых 3-4 тысячи лет. Однако, конечно же, стилизованные изображения человеческого лица для выражения эмоций начинают активно использоваться лишь в 20 веке. Как считается, первым, кто догадался использовать скобку в качестве улыбки, был русский писатель Владимир Набоков, который в 1969 году в интервью журналу «Нью-Йорк Таймс» сказал: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку. Нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь, скобки. Именно этот значок я бы поставил вместо ответа на ваш вопрос». В 1982 году американец Скотт Фалман предложил использовать двоеточие, дефис и закрывающуюся скобку. Это и был первый современный смайлик или рожица, в английском «смайл» или «эмотикон», а научный термин «эмограмма». Первоначально такие смайлики создавались на основе типографских знаков – скобочек, точек, двоеточий и так далее. В 1998 году в Японии создаются знаки картинки, которые также помогают нам выражать эмоции. Это эмодзи в переводе с японского, где они были созданы – «э» – картинка, «модзи» – знак. Они есть в любом компьютере и смартфоне.
Кроме рожиц, на картинках могут изображаться животный, растительный мир или различные предметы. Смайлики или эмотиконы вышли далеко за пределы языка интернета и социальных сетей. Нередко, и не только в сетевых СМИ, журналисты могут использовать эмотиконы в интервью, что придает отдельным фразам дополнительный смысл. При общей тенденции к сокращению и стандартизации речевых средств, сетевые эмотиконы не только в живом общении, но и в современной публицистике выполняют роль оригинальных невербальных метафор, придающих текстам выразительность и индивидуальность. Часто эмоции могут передавать интернет-мемы. Так, мем «Ничего себе» представляет собой картинку с неким подобием призрака, руками поднятыми ввысь и открытым ртом, которые как бы выражают крайнюю степень удивления. В то же время интернет-мем — это гораздо больше, чем эмоция. Это информация в той или иной форме, обычно это медиа-объект. Информация, как правило, остроумная, ироническая, спонтанно приобретающая популярность. Мемы вирусно распространяются в интернете через социальные сети, блоги, форумы, чаты. Итак, как мы видим, в современной письменной культуре наблюдается введение в традиционное фонетическое звукобуквенное письмо элементов пиктографического письма, с которого начиналась письменная культура человечества. Пиктограмма или эмодзи передает обычно не звуковую сторону сообщения, а эмоцию, но в некоторых случаях и общее содержание, и даже конкретное слово или предложение. Так что же, человечество вернулось к тому, чего начинало? Впрочем, в особенностях современного письменного языка ничего нового для того, кто знает историю языка, нет. Отступление от языковых норм книжных текстов, отражение произносительных особенностей пишущего – все это характерно для частной переписки на русском языке, начиная с древнейшего периода. Да и некие изображения, которые были призваны передать некоторые эмоции, также могли встречаться в конце текста или на полях рукописи. Другое дело, что сейчас эмотиконы – это достаточно строгая, предзаданная система, предполагающая выбор из определенных элементов. В то же время каждый может ощутить себя творцом и предложить новые элементы или интернет-мем, который может приобрести глобальный характер. При этом перед нами только одна грань современного языка — русский язык социальных сетей. Развиваются и традиционные жанры литературы, использующие весь арсенал средств русского языка, сложившиеся за тысячу лет его развития от Кирилла и Мефодия до эпохи мемов и смайликов. Развиваются и новые синтетические жанры, такие, например, как рэп-поэзия, в которой в полной мере раскрываются все выразительные возможности русского языка. Так, небезызвестный Оксимирон, он же Мирон Федоров, в своих текстах активно использует слова разных стилей, как высокого, так и низкого, жаргон, просторечие, профессионализмы, ненормативную лексику и фразеологию, а также многочисленные риторические приемы. Их разнообразие и контрастность – яркая черта поэтического стиля Мирона Федорова. Например, в треке, как сейчас называется поэтический текст, в треке «Неваляшка» используются такие слова высокого стиля, как «творец», «тернии», «пята», заимствования новые и укоренившиеся в языке, например, «меморандум», «толерантный», слова сниженного регистра, например, «хлопать ушами», «не шарил», «к черту», и обильно, конечно, ненормативная лексика. Это черта стиля рэп-поэзии. Все эти элементы могут сталкиваться в пределах одного предложения. Например, «наш творец то ли хлопал ушами, то ли толком не шарил». В тексте присутствует около 12 интертекстуальных и фразеологических вставок. «Юноша бледный со взором горящим», «принц датский», «пир во время чумы», «отряд не заметит потери бойца», «табель о рангах», «из точки А в точку Б золотое руно». Например, из точки А в точку Б вышел юноша бледный со взором горящим. По дороге слегка располнел, пропил доспехи, женился на прачке. Таков каждый второй тут, и хрой тут, отряд не заметит потери бойца. А я жизни учился у мертвых, как преддатский, у тени отца. Говорят, стать толерантным надо, соблюдать меморандум дабы, знать все рамки и табели о рангах, а назад бумерангом не надо, рано. Каковы же перспективы развития русского языка? Ученые в своих работах много пишут о тенденциях развития языка. В первую очередь, конечно же, будет продолжаться дальнейшее сближение общелитературного языка с языком науки. Если еще в XIX веке они были достаточно противопоставлены, то сейчас и школьник, и дошкольник знают такие научные термины, которые недавно были узкоспециальными: акселерация, антибиотики, голограмма, датчик, программировать, компьютер, коронавирус. Этот процесс продолжался весь 20 век, и он только будет ускоряться. Так, например, вряд ли вы можете предположить, что еще в 80-е годы 19 века в русском языке не было такого частотного, как сейчас, слова «травма».
Его первая фиксация – рубеж 19-20 веков. В широкое употребление оно войдет только после Первой мировой войны, революции и гражданской войны, когда слово «травма» станет, к сожалению, весьма актуальным. После Великой Отечественной войны оно войдет и в поэтический язык. Борис Слуцкий писал: «Вы не были в районной бане, в периферийном городке. Там шайки с профилем кабаньим и плеск, как летом на реке. Там ордена сдают вахтерам, зато проносят в мыльный зал рубцы и шрамы, те, которым я лично больше доверял. Там двое одноруких спины, один другому бодро труд. Там тело всякого мужчины исчеркали война и труд. Там по рисунку каждой травмы читаю каждый вторник я без лести и обмана драмы или романа без вранья». Можно выделить и другие тенденции. Например, переход в пассивный запас некоторых словообразовательных моделей, например, на «чий», типа «зодчий», «певчий», «ловчий». Потеря склонения в живой речи у некоторых географических названиях. Например, часто говорят теперь «студия в Останкино» вместо «студия в Останкине». Одна из последних тенденций – активное образование в языке феминитивов или феминативов, имен существительных женского рода, которые обозначают женщин. Такие слова, образованные от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, обычно они являются парными к ним. Феминитивы обозначают профессии – учитель, учительница, социальную принадлежность – студент, студентка, место жительства – москвич, москвичка. Таким образом, нельзя говорить, что феминитивы в принципе не могут образовываться в русском языке. Однако в некоторых случаях использование возможного феминитива затруднительно, например, из-за амонимичности значений суффиксов. Например, профессорша – это традиционно жена профессора, а не женщина-профессор. Генеральша – это жена генерала, а не женщина-генерал. Нередко в языковом сознании суффиксы «к» или «их» воспринимаются как отрицательно окрашенные, что сдерживает широкое их использование. Например, использование слова «врачиха». Хотя, казалось бы, одна и та же модель – ткач, ткачиха, портной, портниха. Эти пары существуют. А вот врач-врачиха также представлено в языке, но пока слово «врачиха» имеет разговорный характер. А вот такие слова, как «авторка» или «редакторка» в языке еще не укоренились. Однако, возможно, это дело будущего. Тем не менее, несомненно, что русский язык будет и дальше жить, развиваться, обогащаться. Сейчас на наших глазах создается новое издание большого академического словаря русского языка. Вернее, даже сказать, что создается новый академический словарь, ведь от первого издания его отделяет более полувека, а это целых два поколения. Что накопилось за жизнь этих поколений в языке? Задача нового академического словаря – в нем будет более 30 томов – максимально показать нам лексическое богатство русского языка. И это по силам ученым. Современные технологии позволяют пользоваться не только картотеками, но и современными базами данных. В настоящее время в электронной базе Большого академического словаря около 5 миллионов русских слов, которые представлены в языке только за период с 18 по 21 век. Возможно, когда-нибудь мы сможем открыть и новый словарь, в котором действительно будет представлена вся-вся-вся лексика русского языка от Кирилла и Мефодия до эпохи мемов и смайликов или до авторок. Какие сюрпризы еще преподнесет нам наш прекрасный русский язык, настоящая сокровищница, в которой можно подобрать для себя каменья дорогие на любой самый изысканный вкус. Не будет нас, а русский язык будет течь и течь, как великая и сильная река. Вспомним Бродского: носитель языка – лишь средство языка к продолжению своего существования, а язык? Язык не подвластен смерти. Так родится эклога, взамен светила загорается лампа, кириллица грешным делом, разбредаясь по прописи в крифли, в косли, знает больше, чем та сивилла, о грядущем, о том, как чернеть на белом, покуда белое есть и после. На этом я с вами прощаюсь. Ждем вас снова в центре славянской письменности «Слово на ВДНХ» и на телеканале «Русский мир».